там? Посылка. Привет, это вам. Радужное послание. Упс, удачного полета. И что теперь делать? А, это радужный челлендж. Мой новый радужный образ. Совершенный и абсолютно уникальный. Но не только Ронда выбрала сегодня радужный наряд. Привет. Бренда? Ронда? Ты одета точно так же, как я. Это твой наряд, копия моего. Даже заколки одинаковые. Как ты посмела? Это я у тебя спрашиваю. Упс, я, пожалуй, пойду. Сидеть? Ты должен нас рассудить. Спокойно. Пусть и все решит радужный челлендж. О, да. И вот ваше первое задание. Радужный макияж. Радужная косметика. Где же она? Вау! Не может быть! Он хочет сделать мне предложение. Могу я предложить вам радужный EOS. Сетку контейнера EOS вкручиваем в крышку. Гигиеническую помаду растапливаем. Добавляем пищевой краситель и глиттер. Заливаем в контейнер и даем застыть. Формируем несколько слоев разных цветов. Берете? Ну вот, никакой романтики. Начну радужный макияж с глаз. Но эта тушь слишком скучная. А вот рог единорога подойдет. Тушь облепливаем воздушным пластилином. Стеком продавливаем углубление по спирали. Формируем рог единорога. Окрашиваем в радужные цвета. Полусухой кистью наносим перламутр. Делаем надрез, чтобы тушь открывалась. Вау! Мой макияж абсолютно радужный. Что это за шум? Это моя радуга! Нет, моя! Они снова спорят. Хватит! Ай! Вот ваше новое задание. Радужная одежда. Руки. Одно задание на двоих. Ладно, ладно. И больше не ссорьтесь. Здорово. Долгожданная тишина. Снова ты. Вечно путаешься под ногами. Это все не подходит. Вау! Это они! Идеальные! Единственные в своем роде! Радужные кеды! Кеды обклеиваем малярной лентой вдоль верхнего края подошвы. Закрашиваем всю подошву радужными полосками. После высыхания снимаем ленту. Белые шнурки также окрашиваем, чередуя цвета. Зашнуровываем кеды. Они должны быть моими. Размер не подошел. Мои кеды. Они пропали. Время примерки. Единороги тоже обновляют гардероб. Ух ты, какая сумочка. Именно то, что мне нужно. Поясную сумку окрашиваем в цвета радуги. Формируем плавные переходы цветов. Сумочки нет. Безобразие. Я нашла кеды. А у меня сумка. Так вот, кто стащил мои вещи. Вы за это заплатите. Единорог и его банда. Бежим! Где моя зубная паста? Снова они. Вот вам следующее задание, только оставьте меня в покое. Найти радужную сладость.
Вода! Она должна быть где-то здесь. Да, вот. Моя любимая радужная жвачка. О, нет. В жевательную резинку добавляем пищевой краситель. Растапливаем в микроволновке. Тщательно перемешиваем и раскрываем. Нарезаем соломкой. Делаем полосочки разных цветов. Упаковываем в стилизованную коробочку. Но я не сдамся. Соберу все цвета в правильном порядке. Ну вот, радуга готова. А теперь можно и пожевать. Ой, жвачка застряла между зубов. Здесь так уютно. Сейчас достану. Крепко держится. Отпусти меня, я хочу здесь жить. Ха, получилось. Следующая порция. Здесь должно быть что-то подходящее. Ау! Привет, чем могу помочь? Мне нужен радужный десерт. Знаю. Радужный кекс, то, что вам нужно. 5 яиц разделяем на белки и желтки. Добавляем по 150 грамм сахарной пудры. Взбиваем. Соединяем. Добавляем 150 грамм муки. Аккуратно перемешиваем. Окрашиваем тесто пищевыми красителями. Наполняем форму для выпечки, чередуя цвета. Выпекаем 50 минут при 170 градусах. О да, я его беру. Стоп. А заплатить? Конечно. Вы принимаете радужные деньги? Еще бы. Это как раз стоимость одного кусочка. Приятного аппетита. И это все? Спасибо. Вам нравится? Да, очень вкусно. Упс. Что это с ней? Может, крошка прилипла? Сегодня я точно пройду этот уровень. Да. Бренда? Иронда? Снова? Кто победил в челлендже? Стоп. Сперва я доиграю, а вы посидите тихонько. Ты проиграла. Нет, ты. 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 Прекратите. Вот вам задание. А я исчезаю. Радужная прическа. Это интересно. Я найду лучшую радужную прическу. Вау, Бренда, посмотри. Ищете что-то необычное? У нас это есть. Радужный чехол-расческа. От расчески отрезаем лишние части. Приклеиваем к чехлу на термоклей. Рисуем радужные полоски акриловой краской. Это и чехол, и расческа одновременно. В комплекте идет телефон. Выбираете желаемый цвет. И наша уникальная расческа моментально окрашивает ваши волосы. Это так просто. Радужная прядь, пожалуйста. Одно движение, и все готово. Не тестируется на животных и подходит вегетарианцам. Предложение ограничено. Успейте купить прямо сейчас. Этого должно хватить. Вот все наши деньги. Спасибо, это вам. Счастливо оставаться. Давай ты первая. Я уступаю, но я настаиваю. Ладно, я. Цвет радуги. Ну как? Ничего. Давай я. Получилось? Нет. Нас обманули. Это ужасно. Продолжим челлендж? Пусто. Заданий больше нет. Раз так, победитель челленджа это... Это... Пусть будет Бренда. Да! Я победила! А ты проиграла! Ха! Ну ладно, Ронда, хватит грустить. Нужно как-то ее порадовать. Придумала. Кулончик дружбы. Радужная магия, помоги. Получилось. Кулончик лучшие друзья. Ронда, эта половинка тебе. А это мне.
Друзья навсегда. И никакой челлендж нас не поссорит. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, хотелось ли бы тебе поучаствовать в радужном челлендже. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.